Согласно правилам дорожного движения, при проезде перекрестков, поворачивая направо или налево, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. И мне бы хотелось еще раз призвать водителей к внимательности и осторожности, в частности, при проезде перекрестков, потому как от этого может зависеть чья-то жизнь или здоровье.